30 октября депутаты Государственной Думы во главе с председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным посетили университетскую клинику «Казань». В сопровождении ректора Казанского федерального университета они совершили обход клиники. Обсуждалось финансирование КФУ в области медицинского направления. Далее представители власти направились в симуляционный центр, где им было рассказано об инновациях в области медицинского образования. Депутатам были показаны симуляционные центры, воспроизводящие реальные врачебные ситуации. Гости убедились, что обучение в университете ведется на высшем уровне. Вот отработка навыков. ДТП, скорая помощь, это тоже симулятор. Мы можем задать, например, сейчас до Львицкой, доехать, так сказать, со всеми поворотами, с трясками, со всем, так сказать, она будет ехать. После обхода было запланировано совещание по обсуждению вопроса привлечения федеральных средств в экономику Республики Татарстан. В самом начале перед совещанием выступил Ильшат Гафуров. Сегодня достаточно много вкладывается в модернизацию системы здравоохранения нашей республики, но совершенно очевидно, что ни кампусы, ни оборудование не будет отрабатывать без людей. А вот этих людей, новый как бы контингент будущих врачей, как раз готовится в стенах и нашего Казанского федерального университета, и в стенах медицинского университета. Во время своего выступления ректор КФУ рассказал о программе развития медицинского образования в университете. Также он затронул тему мировых и европейских рейтингов университетов, отметив, что КФУ занимает в них лидирующие места среди российских представителей. Помимо этого, Ильшат Гафуров поведал депутатам Государственной Думы о том, как университет развивает свой медицинский кластер и привлекает молодых ученых. Как мы развиваем нашу науку? Мы тоже придумали свою модель, поскольку самое главное, это где найти, ответить на вопрос, где же найти людей, молодых исследователей. И мы создали лаборатории, назвали их открытыми, либо по-английски open lab'ами, и крикнули клич, сказали, кто хочет работать в университете вот на этом оборудовании по тем приоритетным направлениям, которые ученый совет университета сформатировал. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поблагодарил ректора Казанского федерального университета за проделанную работу. Также он затронул тему медицины в Татарстане. Крайне важно и депутатам, и всем нам еще раз для себя уяснить, что модернизацию системы здравоохранения, которую Российская Федерация проводила последние годы, Татарстан в числе лучших провел эту модернизацию. Это только мы одну часть, университетскую, клиническую часть, посмотрели. На совещании депутаты выступали с докладами о проделанной работе в направлениях спорта, транспорта, машиностроения и других. Состоялось обсуждение главных вопросов на повестке дня по ведущим направлениям. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Владислав Михневский, Универньюз.